В Железногорске разрабатывают бортовой комплекс для уникальной орбитальной обсерватории. Она позволит изучать самые отдаленные уголки космоса. Ученые смогут получить уникальную информацию о глобальной структуре Вселенной, строении галактик, их ядер, звезд и планетарных систем. Будут искать органические соединения в космосе. Проверить, как идет работа над аппаратурой для телескопа, приехала делегация Астрокосмического центра Российской академии наук. Сейчас в компании информационные спутниковые системы разрабатывают макеты конструкции телескопа, в том числе каркас главного зеркала, систему терморегулирования, а также механизм раскрытия экрана. Академики высоко оценили качество работы железногорских специалистов. Запустить эту обсерваторию в открытый космос планируют после 2020 года. Что меня сегодня порадовало, честно скажу, больше всего, это вот эта вот структура. Потому что эта структура сегодня, она, ну как вам сказать, она жесткая, она как скала. Нигде я не обнаружил никаких люфтов. Все собрано очень корректно. Теперь вот на меня произвел впечатление механизм вот раскрытия там экранов. Вот этот вот здоровенный по диаметру. Я, честно скажу, я в восторге.